Жители региона 7 февраля встанут на коньки и лыжи. По всей стране в эту дату отметят День зимних видов спорта. Праздник приурочили годовщине со дня открытия Олимпийских игр в Сочи. Программа мероприятий, которые пройдут в Нарьян-Маре, уже разработана и утверждена губернатором Ненецкого округа Игорем Кошиным. Праздник торжественно откроют 7 февраля в 11 часов в Ледовом дворце «Труд». Там планируется провести товарищеские матчи по хоккею между юношескими командами региона. В перерывах между играми свои умения продемонстрируют начинающие фигуристы. А для зрителей организаторы подготовят конкурсную программу. На следующий день, 8 февраля, нарьян-марцы и гости города смогут встать на лыжи и принять участие в массовой гонке «Лыжня России». Глава субъекта Игорь Кошин попросил жителей не оставаться равнодушными к значимому событию и поддержать всех личным примером.